В Муроме с рабочим визитом побывал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Глава региона посетил завод трубопроводной арматуры, встретился с муромским бизнес-сообществом, а также обсудил со студентами Муромского института Владимирского госуниверситета возможность их участия в приоритетных национальных проектах. Встреча получилась хоть и непродолжительной, но вполне продуктивной. Владимир Сипягин ознакомился с научными достижениями вуза, а в ходе разговора со студентами и преподавателями коротко обозначил главные направления работы региональных властей по реализации нацпроектов и ответил на вопросы собравшихся. Подробный репортаж о визите Владимира Сипягина в Муром смотрите в завтрашнем выпуске наших новостей.